Южноафриканский бездомный по прозвищу «Уличный книжный червь» посвятил себя необычному делу. Он продает проезжающим автомобилистам книги, но только после того, как сам их прочитает. Так он может рассказывать покупателям о содержании книг и устанавливать на них свою цену. $1 за скучный роман и 6 за увлекательный бестселлер. Недавно молодой человек даже написал свою собственную книгу. Новоиспеченному 24-летнему писателю когда-то удалось побороть пагубные зависимости с помощью любви к чтению. Вместо того, чтобы просить милостыни у водителей, застрявших в пробках, он начал продавать книги, сопровождая кратким обзором свои любимые произведения. К слову, несмотря на то, что ему негде было жить, молодой человек тратил заработанные деньги на помощь другим бездомным. Сейчас автор мемуаров «Уличный книжный червь» посвящает большую часть времени своему читательскому фонду с одноименным названием. Фонд был одобрен президентом Южной Африки за привлечение к чтению детей.